пожаловать в пространство Содружества. Мы проведем быструю проверку на наличие контрабанды, и вы можете отправляться в путь. Вы можете идти. Приятно провести время в городе Акила. Держите. По приказу маршала Даниэла Блейка я должен сообщить вам, что у нас в Долбанке возникли проблемы. Люди могут быть в опасности, поэтому лучше держаться подальше. Полагаю, это будет решать маршал. Честно говоря, все идет не очень хорошо. Похоже, это патовая ситуация. Может быть, небольшая помощь со стороны пойдет на пользу. Я довольно хорошо знаю город Акила. Возможно, даже лучше, чем хотелось бы. Вы планируете когда-нибудь рассказать мне о своих требованиях? Например, я полностью доверяю Марш. Ни один из твоих рейнджеров, и ни один раз. И стражники тоже. И что мне с этим делать? Вам нужно отойти. Сейчас. Не хочу показаться грубым, но я вас не знаю. Теперь, пожалуйста, отойдите. Прекрасно. Говорите быстро. Хотел бы я сказать, что вы ошиблись, но я зажат в угол. Несколько человек из банды Шоу пытались ограбить это место, но их заметил охранник.
Они взяли в заложники всех, кто находился внутри, и теперь держат под наблюдением, чтобы мы не могли двинуться против них. Для связи они используют переговорные устройства. Они не хотят со мной разговаривать. Говорят, что не доверяют значку. Им нужен нейтральный переговорщик. Другими словами, у них не было плана на этот счет. Поэтому они тянут время, пока не придумают его. Без требований мне ни с чем работать. Остается только ждать и смотреть. Хаэм, хорошо, я готов это разрешить, но сначала несколько вещей. Говорите, что хотите, но что бы они ни попросили, я ни за что на свете не дам им этого. Кроме того, на кону стоят жизни людей, так что не стоит быть беспечным. Выясните, чего они хотят, а потом доложите мне. Тщательно подбирайте слова. Вы же не хотите усугубить ситуацию. Эй, вы в банке. Я посылаю переговорщика, так что не стреляйте. Держите не так, чтобы я их видел, и не пытайтесь... Охрана здесь. Это шутка. Похоже, у нас намечается небольшой ажиотаж. Просто подойдете сюда и заставите нас сдаться, то вы глубоко ошибаетесь. Мы будем сотрудничать, когда получим то, что хотим. Так скажи мне, незнакомец, откуда мне знать, что ты будешь вести себя с нами прямо? Я вас не знаю. Так почему ваше слово должно для меня что-то значить? Я на это не куплюсь. Да? Ну, может быть, вы хотите, чтобы мы так думали, чтобы мы сдались. Я понимаю, что вы имеете в виду. Вы должны сделать это лучше. Ничто из того, что ты скажешь, не изменит моего мнения. Так что давай просто двигаться дальше. Нам нужна гарантия безопасного прохода к космопорту и корабль. Мы высадим заложников в безопасном месте в системе. После этого мы передадим по радио, где они находятся, и маршал со своей командой сможет приехать за ними. Но если кто-то последует за нами, когда мы выйдем на орбиту, мы начнем стрелять в людей. Понятно? Думаешь, мы хотим остаться здесь взаперти? Нет, черт возьми. Черт, у рейнджеров Содружества есть корабли. Они могут дать нам один из них. Вся эта чертова работа пошла наперекосяк. Предполагалось, что это будет. Просто быстрый удар. Чисто и просто, понимаете? Так что давайте просто. Давайте постараемся не терять голову, да? А то мои ребята, они тут с ума сходят. Я не знаю, сколько еще мы сможем продержаться. Что вы имеете в виду? Я не думал об этом в таком ключе. Может, ты прав. Если никто не пострадает, нам не придется гнить в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Да, это было бы гораздо хуже. Никто из нас не хочет быть убийцей.
просто все вышло из-под контроля. Маршал должен следить за тем, чтобы заложники не пострадали. Нет, сейчас уже поздно отступать. Мы доведем дело до конца. Пойди скажи маршалу, чтобы он подготовил корабль. И мы все сможем уйти от этой штуки, не причинив никому вреда. Эй, вы в банке. Я посылаю переговорщика, так что не стреляйте. Я действительно держите не знаю, руки чем так, все это чтобы заслужит. Я их видел, и не пытайтесь ничего сделать. Значит, ты переговорщик, да? Если вы думаете, что просто подойдете сюда и заставите нас сдаться, то вы глубоко ошибаетесь. Это Джет Баллок. Ну разве ты не вежлив? Так скажи мне, незнакомец, откуда мне знать, что ты будешь вести себя с нами прямо? Я вас не знаю. Так почему ваше слово должно для меня что-то значить? Это действительно так. Я должен быть впечатлен. Возможно, вы правы. Да, мне уже до смерти надоело это место. Мы бывали в лучших переделках. Мы можем справиться с тем, чтобы застрять в банке. Ничто из того, что ты скажешь, не изменит моего мнения. Так что давай просто двигаться дальше. Нам нужна гарантия безопасного прохода к космопорту и корабль. Мы высадим заложников в безопасном месте в системе. После этого мы передадим по радио, где они находятся. И маршал со своей командой сможет приехать за ними. Но если кто-то последует за нами, когда мы выйдем на орбиту, мы начнем стрелять в людей. Понятно? Думаешь, мы хотим остаться здесь взаперти? Нет, черт возьми. Черт, у рейнджеров Содружества есть корабли. Они могут дать нам один из них. Вся эта чертова работа пошла наперекосяк. Предполагалось, что это будет. Просто быстрый удар. Чисто и просто, понимаете? Так что давайте просто. Давайте постараемся не терять голову, да? А то мои ребята, они тут с ума сходят. Я не знаю, сколько еще мы сможем продержаться. Что вы имеете в виду? Никто из нас не хочет быть обвиненным в убийстве. Вы правы. Меньше всего мы хотим, чтобы на наших руках была кровь. Хорошая попытка. Но банду Шоу так просто не запугать. Нет, сейчас уже поздно отступать. Мы доведем дело до конца. Пойди скажи маршалу, чтобы он подготовил корабль. И мы все сможем уйти от этой штуки, не причинив никому вреда. Эти ребята напуганы, я вижу. Я слышал каждое слово. Он говорит слишком громко, признак усталости. Страх и усталость сказываются. Они плохо соображают. Это ставит нас в очень шаткое положение. Я ценю ваш идеализм, но это может закончиться только двумя способами. Вы уже исключили одного из них, так что у нас остается только один вариант. Мы должны освободить заложников,
уничтожив их похитителей. Проблема в том, что они постоянно держат меня и охранника в поле зрения. Если мы попытаемся двигаться против них, они нас заметят. Вы готовы на это? У тебя есть мужество, это точно. Однако я не могу отрицать, что вы правы. Они могут этого не заметить. Теперь я вижу два варианта развития событий. Вы можете попросить показать вам заложников, а когда окажетесь внутри, то сможете сделать свой ход. Если вы будете быстры, я думаю, вы сможете уничтожить их до того, как они успеют среагировать. Но вам придется стрелять на поражение. Имеется также задняя дверь. Большая часть их внимания сосредоточена здесь, на улице. Поэтому они, возможно, не так внимательно следят за этим. Этот ключ должен разблокировать его. Я уверен, что все сложится как нельзя лучше. Мой муж там. Он один из заложников. ССНН сообщает, что спичный ход становится хуже. Они всегда так говорили. Это просто нагнетание страха. Мне звонил адмирал, капитан грузового судна. Встречай свою смерть. Что это? Вот это. А нет, вот еще это тоже. Прочищай голову. Короче, проклятие. Больно. Вы не можете взять меня. Я что-то слышу. Отличная работа. Я слышал бой. Заложники. Они в безопасности. Это приятно слышать. Эти люди не просто граждане Содружества Свободных Звезд. Они как семья. Мы все такие. Что касается банды Шоу, мы будем скорбеть о них. Вот. Вы это более чем заслужили.
Вы вывели нас из трудного положения, причем сделали это с мужеством, которое встречается нечасто. На самом деле, возможно, ты как раз подходишь на роль рейнджера Фриста. Если вам интересно, зайдите в скалу и спросите Эму Уилкокс. Она занимается новобранцами. Молодец. Действительно, молодец. Скала удивительно хорошо укреплена. Первые поселенцы здесь были весьма практичны. Наверное, я не привык к тому, что трубка не работает. Но это не помешает мне вернуться к работе. Тебе нужно дать ему больше времени, Хелька. Полагаю, это означает, что вы не будете сообщать маршалу, что я допущен к полевым работам. Пока нет. Еще может случиться неудача, и я должен быть под рукой, если это произойдет. Ладно, ладно, но ты должен знать, что я тут по стенам ползаю. Вы только не волнуйтесь, это не займет много времени. Ну, привет. Что-нибудь нужно? У тебя ко мне дело. Правда? Вы, должно быть, произвели впечатление на маршала. Я предполагаю, что он хочет завербовать вас. Поэтому я расскажу вам немного о том, кто мы такие. Янджер и Фриестар Рангерс обеспечивают безопасность Содружества Свободных Звезд и его жителей. Мы можем выследить беглеца, пресечь контрабанду, расследовать кражу звездолета или посадить за решетку потенциальных грабителей банка. Все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности людей, мы делаем. Я тоже. Наверное, половина детей в Содружестве Свободных Звезд. Как и в большинстве легенд, правда, обычно не столь гламурно. Я полагаю, что у вас есть вопросы. Я отвечу на все, что смогу. Прочитайте несколько листов, задайте ей несколько вопросов. Сразу скажу, что если вы хотите разбогатеть, то эта профессия не для вас. Но да, время от времени нам платят, чтобы помочь с расходами и так далее. Теоретически рейнджер Содружества может отправиться в любое место в пространстве Содружества Свободных Звезд, даже в частные владения. Но, конечно, не всегда так получается. Мы также обладаем юрисдикцией в отношении любой местной службы безопасности, если мы отслеживаем беглеца. Ну ладно. Несколько слов о себе. Я отвечаю за то, чтобы все, кто хочет стать рейнджером Содружества, были готовы к этому. При этом маршал не отправил бы вас сюда, если бы не считал, что у вас есть потенциал. Так что же это будет? Готовы ли вы записаться в рейнджеров Фриестар? Если бы вы знали об этом человеке хотя бы половину того, что знаю я, вы бы проявили к нему гораздо больше уважения. Кроме того, я следующий в очереди, и будь я проклят, если позволю тебе опередить меня. Надеюсь, вы понимаете, какую ответственность берете на себя. Прежде чем вручить вам значок, я должен знать, что вы справитесь с этой работой. Вы помогли в ситуации с заложниками, но иногда людям просто везет.
Вот что я вам скажу. Воспользуйтесь терминалом миссии и возьмите одну из перечисленных работ на ваш выбор. Возвращайся живым, и мы поговорим о твоем присоединении. Тогда я предлагаю вам отправиться в путь. Приветствую. С мэром все в порядке, но всегда рисуй. Слишком радужные картины. Построил весь этот проклятый Содружество Свободных Звезд. Я уверен, что некоторые из этих историй выросли в процессе рассказывания, но никто не отрицает, что он нашел Шайна и разбил свой лагерь неподалеку отсюда. Город Акилы был его детищем. Однако я на это не верю. Объединенные колонии не позволили бы каким-то отъявленным поселенцам захватить такую систему без боя. Это было другое время. Все было новым, все бежали с земли так быстро, как только можно. Если бы он попробовал сделать это сегодня, я уверен, что уж закрыло бы его. И он никак не мог надеть этот костюм. У нас в Акилосити до сих пор живут несколько, насколько факты подтверждают рассказы о Соломоне Коу. На полях. Я слышал, что мистер Райт скоро будет искать подмастерье. Робототехник – это персик работы. Успеете ли вы во время пройти сертификацию? Поэтому нам пришлось снова убирать графику. Что решили посетить нас сегодня? Почему бы нам... Вот что у меня есть в наличии на данный момент. Сильно используется. Мне нужно место. Обратитесь в Гэжи Ланс, если хотите сделать покупку. Но вы же знаете, что мусор из встречи вернется и будет безвредничать. Или еще хуже. Если вы ищете, что посмотреть, то вы попали не туда. Прочищает горло.
Здесь нечем заняться. Неон — это потворство и декаданс. Я одновременно и отвращен, и впечатлен. Ханза продолжал донимать меня по поводу своего проклятого пропавшего планшета. Как будто у службы безопасности есть время на поиски чего-то подобного. Я надеялся, что ты скоро появишься. Все готовы? Отлично. Я сообщу Лару, что мы можем начать переговоры. Теперь, я думаю, настало время рассмотреть другой набор навыков. Приятно видеть, что я тебя еще не утомил. Следующее задание — найти начальника службы безопасности и, используя творческий подход, получить его ключ-карту. И когда я говорю «творческий», я не имею в виду с оружием. Либо выглядеть соответствующе, быть убедительным, либо быть быстрым с руками. Удачи! Я уверен, что вы сможете получить эту карточку «ключ без происшествий». Просто помните, что если что-то случится, то залог за себя будете вносить вы сами. Я слышал о твоей стычке с Томом. Этот парень никогда не научится.
надо вернуться на свой... Это пространство Содружества Свободных Звезд. Подождите, пока мы просканируем ваш корабль. Хорошо, мы закончили. Добро пожаловать в обеду. Привет. До перерыва осталось всего 3. Рон Тау, это уже все. Что с нами Видите ли вы что-нибудь полезное? Даже не думайте ничего пробовать. Чем я могу вам помочь? Это очень большое одолжение, особенно от человека, которого я даже не знаю. Я бы хотел помочь, но если я передам эту карту, то на кону будет стоять моя работа. Я думал, что ясно выразился. Я не дам вам свою карточку.
Я не очень занят. Думаю, я смогу вас подождать. Может быть, я смогу сделать исключение. Вам действительно нечем заняться. Хорошо, бери. Но лучше побыстрее. Я уже говорил, что не люблю морепродукты. Привет. У тебя есть для меня эта карточка? Я тоже думаю о безопасности также, но не сообщайте Далтону, что я это сказал. В целом, неплохо для новичка. Я думаю, что вы готовы к тому, чтобы поднять все на новый уровень, и время для этого как нельзя лучше подходит. С таким же успехом можно поставить под сомнение весь корпоративный мир. Считайте то, что мы здесь делаем, стандартной деловой практикой. Следующее задание требует большей осмотрительности по двум причинам. Во-первых, вы будете иметь дело с руководителями высокого уровня, а во-вторых, вы также будете находиться в астральной гостиной здесь, в Неоне. Я подозреваю, что в астральной гостиной может происходить очень много вещей, на который никто не обратит внимания. Я подумал, что это может вызвать интерес. Нашим техническим специалистам не удалось раскрыть потенциальную сделку между Infinity и Quantum Synergies. Ваша задача — сделать так, чтобы эта сделка не состоялась. На это мы и надеемся. Вы будете разговаривать с исполнительным директором Quantum Synergies Залой Адисой и финансовым менеджером Артуром Крузом. Я предоставлю вам досье на обоих и настоятельно рекомендую их прочитать для составления тезисов. Именно так. Эти строки, скорее всего, оттолкнут Залу и Артура от Infinity, не говоря уже о том, чтобы слегка подтолкнуть их в нашу сторону. Представителем компании Infinity Ltd. является Нина Харт. Я также предоставлю вам измененную версию ее презентации для замены оригинальной. Мы изменили несколько цифр настолько, чтобы вызвать достаточную путаницу в ходе их встречи.
Именно. И этой некомпетентности будет достаточно для того, чтобы они в дальнейшем поставили под сомнение эту сделку. Наконец, я рекомендую одеваться соответствующим образом, поэтому я взял на себя смелость сшить для вас костюм. В этом деле нам нужна абсолютная осторожность. Я не хочу никаких передач ССНН об убийстве в астральной гостиной, понятно? Не сомневаюсь. Только не забывайте не высовываться. Не позволяйте астральной гостиной сильно отвлекать вас. Кэтрин Лузион продолжает требовать расследовать убийство ее мужа. Убийство? Да, конечно. Истеричная старая привычка.
имеются неподтвержденные сообщения о том, пришел одетый, чтобы произвести впечатление. Приехали по делам или просто сбежать. То же самое. Нет ничего лучше командировки, оплаченной полностью, особенно когда есть хорошее свободное время. Это будет Infinity LTD. Рискованно, говорите? Конечно, просветите меня. Дешево – это слово, с которым Quantum Synergy никогда не должна ассоциироваться. Я полагал, что наша команда тщательно изучила Infinity, но ваш комментарий заставляет меня задуматься. Удивительный разговор, которого я никогда не ожидал от такого человека, как вы. Полагаю, что здесь уместна старая поговорка «Никогда не суди о книге по ее обложке». Похоже, что теперь мне предстоит многое пересмотреть, так что, похоже, прогулочный аспект моей поездки придется отложить. Спасибо за понимание. Все эти обороты, они просто поражают вас. За все эти годы Байо не опустил это место ни на йоту. Этот человек знает, как управлять бизнесом. Что ж, я приму это как комплимент от такого хорошо одетого человека, как вы. У вас либо отличный вкус, либо отличные связи. А может быть, и то, и другое. Скажите мне, вы, случайно, не работаете в компании Infinity LTD? Я так понимаю, у вас есть что-то против Infinity. Хотелось бы услышать ваши доводы. Это слишком громкое заявление. Для этого необходимо знать подробности их работы. Тем не менее, это соответствует некоторым моим собственным исследованиям, которые я проводил в отношении их финансов. Ну разве ты не находчивый? Это число совпадает с инсайдерской информацией, которую я получаю. Интересно. Послушайте, было приятно познакомиться с вами, и мне очень понравился наш небольшой разговор. Но, похоже, мне нужно еще раз взглянуть на некоторые данные, прежде чем приступать к этой их презентации. До встречи. И, возможно, в следующий раз я буду иметь с вами дело. Двигайтесь дальше. Как быстро вы можете это сделать?
раньше я был отжой. А теперь посмотрите на меня. Оставьте это для тех, кому не все равно. Убирайся с глаз. Кажется, поменяли. У вас есть для меня хорошие новости. Ну, это было не так уж плохо, правда? Взаимодействие – это часть работы. Конечно, это не для всех, но просто подумайте об этом с другой стороны. Это вы там заправляете. Используйте информацию, которую мы предоставляем, и велика вероятность того, что они ни о чем не догадаются. В целом, неплохо для вашего первого задания высокого уровня. Вы даже заработали себе премию, которую Линдин с радостью предоставил. Приятно, что наша сдержанность оценена по достоинству. Это вполне заслужено. Продолжайте делать мне приятное, и это еще не все. Но в Рюдзине нет покоя для усталых. У нас накопилось приличное количество заданий, и они продолжают поступать, так что я надеюсь, что вы еще в состоянии работать. По крайней мере, следующий будет отдохнувшим от всей этой болтовни. Следующее задание – напомнить конкуренту о его месте в корпоративной пищевой цепочке. Некоторые называют это возмездием, но мы предпочитаем думать об этом как о жесткой любви. Не совсем. Когда вы загрузили этот вирус в сеть ChelChorp, это было предупреждение, призванное замедлить их внутреннюю производительность. ChelChorp перенесла последствия этого молча, хотя я гарантирую, что они вынесли несколько серьезных жалоб клиентов. Задание заключается в том, чтобы выставить нашу цель в глазах общественности в совершенно небрежном свете. Большинство корпораций живут и умирают за счет общественного мнения. Надежные продукты ведут к хорошей репутации, которая ведет к прибыли, а мы, хотим мы того или нет, все здесь ради прибыли. Ваше задание – установить устройство ARCH. ARC позволит нам подставить конкурента под грубую халатность и запятнать общественное мнение. Хорошо. Все, что вам нужно сделать, это установить ARCH на сервисную панель вашей цели. Остальное мы сделаем сами. Сделайте все возможное, чтобы вас не заметили. Главное, чтобы это выглядело как неисправность. И удачи! Продолжайте в том же духе, и, возможно, скоро у вас будет моя работа. Да? Я вам нужен. Да, конечно. Вам это может показаться абсурдным, но, честно говоря, ложа. Никогда еще меня не окружала такая замечательная группа людей, включая нынешнюю компанию. Я очень давно не был в месте, которое могло бы показаться мне домом. Есть миры, которые не поддаются по счету, но это чувство редкое и драгоценное.
Спасибо за вопрос. Ну ладно.